Не так уж давным-давно, в не такой уж далекой стране, жила семья Грин, и жизнь ее была прекрасна. До того самого дня, пока к ним в гости не приехали кузены. Где мы? Мы в краю помета. Собачьего, коровьего, козлиного. Нет! Я хочу домой! И теперь... Нечего им тут делать, они вредины! Когда семьи объявили друг другу войну, ничего хорошего ждать не приходится. Вам нужна няня Макфи. Я слышала, вы здесь шалили. Она возвращается? Не знаю, с кем вы приехали нянчиться, но точно не с нами. Это она нас оставляет. Чтобы взяться за вас как следует. В отсутствие свободных кроватей Норман ляжет с Сирилом. Я лучше буду спать с козой. А я лучше буду спать со слоном. Прекрасно. Подвинься и не суй копыта мне в ухо. И теперь, когда вдруг на кону оказывается их родной дом... Я должен вам одну ферму. Это закладная на твою ферму. Или на твои почки. Я не буду продавать. Изабель, мне нужны деньги. И их будущее неизвестно. И поросята сбежали. Что же нам делать? Теперь мы потеряем ферму. Няня Макфи, вы нам нужны. Ну-ка, спрячьтесь. Им не обойтись... без няниного волшебства. И тогда не останется ничего невозможного. Я бы попросила. В 2010 году... Они летят! Это невозможно! Умненькие эти свинки! Вы научитесь творить чудеса вместе с няней Макфи. Как синхронное плавание! Да что вы говорите? Сейчас вы, может быть, увидите! Это же волшебство! Моя ужасная няня 2. Я няня Макфи. Скоро на экранах.